Беседа за закрытыми дверьми. Часть третья. Заговор. Игровой сюжет завязан на похождениях Сэма Фишера, который разыскивает убийцу своей дочери. Третий эшелон замешан в этом преступлении. В компании «Третий эшелон» собралось несколько очень коварных личностей. И раньше Сэм Фишер сам там работал. Это созданное правительством США секретное подразделение. Спросив кого-нибудь о «Третьем эшелоне», вы, скорее всего, услышите понятия, не имея никогда о них не слышал. Потенциальная угроза, которая обыгрывается в сюжете, связана с новейшими технологиями. Сэм Фишер вынужден провести собственное расследование. Расследование приведет Сэма в Вашингтон, где он столкнется с намного более серьезной опасностью. Это важнее твоей дочери. Это важнее нас обоих. За этой аферой стоят всесильные люди. Том Рид — очень интересный персонаж. Он новый директор третьего эшелона. Ради интересов государства он готов на все, даже на убийство. Этот мужик готов к беспределу. Он вряд ли задумается дважды, прежде чем убить гражданина США, если это нужно для дела. Говорит Джон, мы завладели Пантерой. Я повторяю, Пантера в наших руках. Вас поняла. В нашей игре снова появится Грим. В предыдущих играх серии Splinter Cell она была голосом в ухе Сэма. Теперь Грим — старший технический советник в третьем эшелоне. Она — один из главных сотрудников Тома Рида, ставшего директором третьего эшелона. Грим — бывший друг Сэма, бывший его помощник, но теперь она сама отдает Сэму приказы, которые ему вовсе не хочется выполнять. И Сэм не вполне понимает, как к этому следует относиться. Еще одного персонажа зовут Виктор Кост. Он лучший друг Сэма. Сэма Фишера, которого вы знали, больше нет. Америка убила его. Попросила слишком многим пожертвовать. Перейти слишком много границ. Дружба Сэма и Виктора началась 20-25 лет назад во время службы в подразделении морских котиков, Navy SEAL. Виктор вновь выходит на сцену и играет весьма значимую роль. Он сообщает Сэму жизненно важную информацию, которая является ключевым элементом новой игры. Голос интуиции нашептал ему, что смерть его дочери не была случайностью. Splinter Cell Conviction Сэму придется сразиться с самыми разными противниками, начиная от простых мордоворотов, которые действуют достаточно прямолинейно, и заканчивая самими Splinter Cell, тренированными бойцами-одиночками. Они практически зеркальные образы Сэма Фишера. Вам предстоит почувствовать, каково было тем NPC, на которых охотился Splinter Cell Сэм Фишер. Бросить оружие! Некто сознательно пытается погрузить Соединенные Штаты в пучину хаоса. На прилавках 23 февраля 2010 года.